Помогатели все прибавим. Дома со мной? Я иду сейчас с тобой в парк. Харька! Харька! Ну-ка, убери из мозгов эту затею. Понял? Томас, ты мы включились, да, я? Так, короче, все. В этой столовке. Это последний раз вы кушаете. Все, будете в парк ходить. Понял? Вот так, мозги. Да, Томас? Я, ну их нафиг. О, ребята, все-таки в этот пакет разнесли, да? Касается, там насыпал, понял. А кто это, какая-то кошара еще? Странная. Томас, ты хочешь получить дюндель от них? Ну, получи, получи. Да. Я лучше в парк пойду. Чего бы ели, а? Касается, я там твоим детям положу кое-где кушать. Давай. Давай, 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 чеши, чеши к своим детям. А то сейчас прихожанин Михалька что-нибудь там устроит. Бандюган, вот логики вообще нету. Ты против черных противостоишь. У меня на голове шапочка черная. Действительно. Твой я один. Да. Ну теперь я один. Один. Я тут шел, хромает. Тоже мне. Жрать, наверное, хочет. Ну что, черненький, тоже пойдешь гулять? Не. А я хлебушек подрезу. Мне на вкусный хлебушек. Нет, там хлебушки еще кое-что есть. Что там есть? Мясо. Мясо. Ну давай мне мясо, а тебе хлеб. И конечно, сейчас. Вот. Что-то здесь такое. Пахнет чем-то таким. А, вкусняшечки. Вкусняшечки. Ноги пошли. Не. Ладно. Все. Иди, Бандюган, там у тебя жрать. Нафига. Все. Бай-бай. Бай-бай. Ух, силач. Не. Томас, я здесь. Идем. Идем. Идем.